Трассир постдетектор – это нейроаналитический интеллектуальный модуль детекции и классификации постчеловека. Постдетектор на основе алгоритмов движения человека определяет и классифицирует его позу в видеопотоке для отслеживания и оперативного реагирования на нетипичное поведение. С помощью модуля происходит автоматическая детекция человека и определение положения тела по усредненному положению частей его тела за последние 2 секунды. Модуль представляет собой нейронную сеть, трекинг и скрипт, позволяющий повышать вариативность поз человека и сценарии реагирования на них. Нейронная сеть детектирует человека и положение его частей тела. Трекинг найденной детекции определяет, в какой позе находился человек в данный момент времени. Скрипт классифицирует позу человека и позволяет настроить отправку уведомлений. Нетипичными классифицируются положения сидя и лежа, а также положение с поднятыми руками. Детектор определяет позы сидя, сгибаясь, лежа, поднятая левая рука, поднята правая рука, подняты обе руки. Все остальные позы будут классифицированы как нормальные. Выявление нетипичного поведения людей в видеопотоке для обеспечения безопасности и оперативного реагирования на экстренные ситуации может быть применимо в большинстве секторов экономики. Использование модуля в составе системы видеонаблюдения значительно расширяет функционал привычных систем видеонаблюдения. Постдетектор позволяет оперативно выявлять подозрительные действия злоумышленников, предотвращать кражи и террористические операции. Может быть применим для обеспечения безопасности на транспорте и охраны правопорядка. Благодаря интеллектуальной детекции подозрительных поз человека, постдетектор позволяет выявлять нежелательных посетителей и их неуместное поведение. В медицинских учреждениях использование модуля поможет обеспечить безопасность пациентов, детектируя происшествия. Модуль постдетектор будет особенно полезен на сложных производствах, где невыполнение техники безопасности может нанести существенный вред здоровью. Обновление существующей системы видеонаблюдения до нейроаналитической путем добавления регистратора Trasir NeuroStation позволяет максимально расширить аналитические возможности наблюдения за объектом, обеспечивая высокую надежность безошибочного срабатывания и повышение скорости реакции.